Уровень безработицы в Чувашии возвращается к допандемийным показателям. По данным Минтруда Республики, на 19 июля в регионе зарегистрировано 6701 безработный. Это почти на треть меньше, чем три недели назад. Напомню, в начале июля Владимир Путин поручил правительству принять все возможные меры для восстановления занятости населения до уровня 2019 года. При этом основная ответственность за ситуацию на рынке труда возложена на региональные власти. В поручении президента отмечено, что число безработных должно вернуться на докризисный уровень, а лучше опуститься еще ниже. С начала года в Чувашии через центры занятости удалось трудоустроить более 20 тысяч человек, в том числе 305 инвалидов. На предприятиях республики до сих пор порядка 17 тысяч вакансий. При этом остается проблема нехватки квалифицированных кадров, в том числе рабочих специальностей. Мы решили подойти к этому вопросу таким образом, что, выделяя деньги центров занятости, мы используем возможности учебных заведений, но работу организовываем на самих предприятиях, где эти люди требуются. Таким образом, мы укорачиваем путь, с одной стороны, подготовки специалистов, даем им компетенции прямо на рабочем месте и используем эффективно средства, которые выделяются на решение вопросов занятости.